Анапский проект «Молодежный дозор» был признан лучшим на всероссийском семинаре. Он реализуется при поддержке федерального агентства «Росмолодежь». Основная работа волонтеров – выявление и устранение наркотрафаретов на улицах курорта. Работу анапских волонтеров лично отметил руководитель Государственного антинаркотического комитета. У нас не только проект антинаркотической направленности, но мы всячески стараемся развивать наших ребят. Поэтому теперь мы являемся примером для всех субъектов нашей страны и также края. Будут другие муниципалитеты перенимать наш полезный опыт. Нам очень приятно, с радостью хотелось бы дальше развивать этот проект в данном направлении.